Девиз театра – все жанры, кроме скучного. Художественные руководители Наталья Касаткина и Владимир Василев внесли значительный вклад в развитие такого направления, как Classic Today, то есть классика в современном прочтении. И сегодня многие театры ставят спектакли с их хореографией, режиссурой и либретто. Например, спектакль «Щелкунчик» – не совсем стандартная постановка. Руководители театра сочинили новые сцены этой трогательной и доброй сказки. Некоторых зрителей, возможно, удивит и необычное звучание музыкальной партитуры балета «Спартак». В свой «Спартак» мы включили те фрагменты, которые не вошли в спектакль Большого театра. Ну, намного, не на 50, но, по крайней мере, на 30% это другая музыка. Иногда зрители даже спрашивают, а это что, «Спартак»? Это все «Спартак». В Сочи Государственный академический театр классического балета привез 4 постановки «Лебединое озеро», «Спартак», «Щелкунчик» и «Золушка». Спектакли в ближайшие дни можно увидеть в Зимнем театре. А 25 и 26 июля в концертном зале «Галактика» в Красной Поляне и оздоровительном комплексе «Дагомыс» театр даст балет «Щелкунчик».